сможет, как сможет ответить Алексей Шундюков на выпады предыдущих соперников. Александра Цедрика, Дмитрия Баркана, Алексея Королева, Вячеслава Орлова. Сейчас наблюдаем за Шундюковым. Отлично! Великолепно полицейский разворот на одном дыхании. Далеко не поехал вдвое. Кто-то молодец, сэкономил. Здесь немножко потерял, поторопился, чуть-чуть будет меньше разгон. Меньше занос дуба. Вот это там вроде как даже неплохо. На дальней пушке. Поворот. Все не рискуют, проходят с небольшим сносом. Минимально въезжает в дворик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сам себя на кого хотел. Сэкономит, 5 секунд защиты пилон добавляет Шундюкову. Все, 2 даже, ё-моё. А сейчас вот и 3, все, нашел. Пошел косить даже без сбитого, точнее, без отломанного спойлера. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да. Алексей уже понял, видно по лицу, угрюмый стал. Ну, злиться может только на себя. Хотел сократить путь, но это всегда риск. Минимальный въезд в дворик и сразу же разворот, не заезжая далеко. Что пытался сделать Алексей Шундюков, но не получилось в этот раз. Слишком рано стал выходить